С вами Варт. И сегодня у нас распаковка посылки из Китая. В посылке у нас радиостанция Баошенг ОВ-5Р. Вот она. Дошла почта из Сингапура за 20 дней. За 20 дней. Отправили они 14 апреля. Ко мне уже в отделение пришла 2 апреля. Вот, китаец оценил ее в $10. Указал, что игрушка внутри. И что подарок. Так, ну что, давайте открывать. Тут я немножко вскрыл уже, так как на почте нужно было удостовериться, что все внутри в порядке. Так что вот так вот заклеил ее. По-быстрому. Пакет пустой, пупырка, и вот она сама коробка идет. Вот Баофенг написано. Ну что, открываем? Так, внутри у нас сразу в глаза бросается батарея. Видим, что батарея увеличенной емкости у нас на 3800 микроампер-час. Откладываем в сторону. Так, далее у нас идет, собственно говоря, сама радиостанция. Вот, заказал корпус черного цвета. Вот она и пришла. Вот обычный Баофенг. 136,74, 4 ватта. Китайцы про 5 ватт набрали. Вот у нас, значит, антенна для нашего Баофенга. Как видим, уже идет увеличенная, удлиненная, нежели стандартная заводская. Но, говорят, работает лучше. Мы это проверим в зоре. Так, следующее. Следующий у нас клипса. Вот видим Баофенг написано. Видно, не знаю. Баофенг. Тут два болтика для крепления корпуса станции. В сторону. Так. Здесь мы видим гарнитуру. Ну, стандартная гарнитура. Стандартная, обычная самая. Так, дальше. Users manual. Инструкция по Баофенгу. Ну, она нам нужна не сильно. В принципе, в этой станции разобраться труда не составит. Вот такая вот инструкция. Добротно отпечатана, глянцевая. В принципе, нареканий нет. Далее. Далее у нас идет адаптер к заряднику. Как видим, все под нашу православную вилку. Кабель, штекер. Идет у нас на широкий диапазон напряжений входных. Не знаю, видно, не видно ли. 100 от 100 до 240 вольт будет работать. Так, далее. Далее у нас зарядный стакан. Ну, думаю, стандартный, обычный. Разве что третьего контакта нет. Но, в принципе, он и в первых моделях Баофенга не использовался. Здесь видим модель. Входное напряжение 10 вольт. Выходное 8,4 400 микроампер. Это у нас подается уже на батарейку. Вот, добротно сделано, так хороший пластик прочный, не гнется, не болтается. Так, ну, ремешок такой вот
Ну и все. Пустая коробка. Так, ладно, всем спасибо. Смотрите обзор на эту радиостанцию. Я его обязательно сделаю. Ставьте лайки, подписывайтесь. Удачи!